В Североказахстанском университете прошел конкурс «Мистер и миссис Козыбаев Юниверсити». В день празднования Козы-Курпеш, Баян-Сулу студенты разных факультетов смогли посоревноваться в званиях и занять особые места в номинациях. Подробнее смотрите в следующем сюжете. Недаром гласит народная мудрость: о достоинствах человека нужно судить не по его хорошим качествам, а по тому, как он ими пользуется. Так, в стенах Альма-Матер состоялся конкурс «Мистер и миссис Козыбаев Юниверсити», в котором приняли участие 6 пар. Участники состязались в 3 этапа – визитка, парное дефиле и творческий конкурс. Помимо конкурсных основ, зрители порадовали особые звездные гости – финалист проекта «X-Factor» Махамбет Али и мисс Петропавловск-2022 Эльза Разынова. Конкурс у нас о творческих, развивающихся людях. Мистер и мисс Козыбаев Университет. Я считаю, что ребята полные молодцы. Они, получая образование, при этом еще и развиваются в коммуникациях. То есть постоянно проходят какие-либо мероприятия. Ребята принимают участие в студенческой жизни. И это прекрасно на самом деле. Ребята молодцы. В конкурсе Лаура Рагимова и Олег Киселев заняли особое место. Мисс и мистер оригинальность. Представили необычный номер приготовления вкусного фруктового напитка. Мы решили совместить, казалось бы, несовмещаемое. Олег бармен, менеджер, он готовит напитки. Я журналист. Мы сочинили специальное стихотворение, где представили самих себя, рассказали про то, как готовим напитки, что в них входит. По итогам мероприятия выделились факультет Института языка и литературы, взяв номинацию «Мистер и миссис Козыбаев Университет». Олег Осинов, служба новостей.